СМИ вот этих во всех самповских не светились, все это видеть в каком-нибудь GTA Самп на компьютере, я еще мог представить вот практическое применение всему этому обновлению, то злым вот каким ты являешься, но вот почему ты не можешь находить управление лично для меня? Я понимаю, что если привыкнуть ко всем вот этим вот, знаете, сенсорный джойстик и все вот эти вот прочие вещи, и ты типа полежать на кроватке дома и поиграть в Among Us вот лежа на кроватке, либо... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Не хотелось бы как-то очень через клише начинать данный выпуск новостей, но по всей видимости мне придется это сделать, потому что-то вы знаете, давно не было новостей по Saint-Tropez Roleplay. Но в самом-то деле, была Black Russia, был Advance Roleplay, был уже даже Absolute Roleplay, проект, с которого, можно сказать, начался вот этот вот весь GTA самповский Android путь у большинства игроков, вот его не было давно, этого самого проекта. Возможно, потому что они не выпускали вот ничего давно, и возможно, потому что они где-то там, знаете, в СМИ вот этих во всех самповских не светились, а возможно и потому, что, мне просто было неинтересно. Возможно, я видел какие-то новости, связанные с этим самым проектом, но просто, знаете, не решался сделать нечто подобное, вот как-то рассказать обо всем этом. И сегодня, как мне кажется, повод, он все равно такой, знаете, недостаточный для того, чтобы я его обсуждал. Тем не менее, дабы, знаете, всех затроллить, дабы вот такой, знаете, сделать, может быть, рофл, там, знаете, кек, ОМГ, фейспалм, вот эти вот ржомбы все, какие там еще мемы у вас сейчас есть, кринж, там, ауф, урыл, вот эти вот все прочие вещи, к чему я все это клоню и вообще всецело склоняю. А все дело в том, что на Saint-Tropez Roleplay скоро появятся гоночки. Да необычные вот эти вот, знаете, гоночки на машинах, как мы, допустим, привыкли все это видеть в каком-нибудь Need for Speed Most Wanted, может быть, там еще какие-то вот эти вот, знаете, серии, вот эти вот новые игры, вот эти вот все прочие вещи, связанные с гоночками, выходят от Electronic Arts. Нет, все дело в том, что добавят гонки на катерах, на вот всех вот этих вот лодках и на всем вот этом вот вытекающем, как, допустим, вода из какого-нибудь крана, только при этом вода-то она как бы в океане, потому что там типа Америка, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, вот эти вот все прочие города, они, знаете, объединены, поэтому там вот это вот все море, на котором можно будет погоняться на катерах. И если, допустим, в каком-нибудь, я не знаю, GTA Самп на компьютере я еще мог представить вот практическое применение всему этому обновлению, то на телефон вот я опять-таки, знаете, буду немножечко пессимистом, потому что все уже привыкли к тому, что я токсик, все уже привыкли к тому, что я, допустим, какой-то мопсик, да, который постоянно обсирает все вот эти вот проекты, все и вся вообще обсирает в GTA Samp, в GTA Samp YouTube, в GTA Samp на Android, в GTA KRMP, допустим, все это обсирает, и, разумеется, никому это не нравится, все такие типа, чел, нельзя быть таким токсичным, нельзя быть таким вот, знаешь, злым, вот каким ты являешься, вот почему ты не можешь находить что-то вот позитивное, что-то вот, знаешь, отличное, а ты вот постоянно какой-то негатив, негатив, негатив. Зачем все это надо? Я вот пытался в данной новости найти хоть какой-то позитив, но вы понимаете, управление на телефоне. Я вот не перестану говорить, что телефон это, там не особо удобное управление лично для меня. Я понимаю, что если привыкнуть ко всем вот этим вот, знаете, вот джойстикам, вот этим вот всем сенсорным, ко всем прочим вот этим вот кнопкам, то, разумеется, все будет намного легче, все будет намного проще, и людям будет, как-то вот поудобнее на всем этом играть. С другой стороны, я просто вот, как бы я не привык, как бы я уже не мог привыкнуть, допустим, когда вот ты скачиваешь Among Us, и там нужно играть, и там как раз вот это вот весь сенсорный джойстик и все вот эти вот прочие вещи, и ты типа привыкаешь ко всему этому, тем не менее, это вот то, что ты привык, это не говорит, что это не перестает быть неудобным. Понимаете? Я, наверное, как-то не так сказал. Тем не менее, кому какая разница? Вы же и так все это поняли. Именно вот поэтому на телефоне играть во что-то, допустим, если у меня есть выбор, полежать на кроватке дома и поиграть в Among Us, вот лежа на кроватке, либо посидеть на стуле, насиживая себе какой-нибудь геморрой и при этом играть за компьютером, чтобы все было комфортно мне за вот этим вот самым компьютером, то я, разумеется, выберу компьютер, нежели вот, знаете, лежать на кроватке, может быть, даже спать в каких-нибудь Bluetooth наушниках, там, Redmi AirDots и все вот это вот прочее. Тем не менее, понимаете, вот просто я по-другому не могу. Я уже привык играть на компьютере и на телефоне. Для меня вот все эти игры это что-то вот такое прям непонятное. Даже Brawl Stars, вот это вот, который заточен, в принципе, под мобилки, мне он тоже не особо нравится. Нравится только, возможно, какой-нибудь там, знаете, Clash Royale, может быть, Clash of
Clans, там, знаете, нарды, там, я не знаю, шахматы какие-нибудь разложить, дурак онлайн, возможно, но мы тут, разумеется, говорим не об вот этих вот, обо всех играх, мы тут говорим с вами о GTA Сампе на Android, и, как лично мне кажется, для Сан-Тропе все это будет не особо удобно, и мне вот это все не особо нравится, в отличие от людей, которым, возможно, все это может нравиться в завтрашнем дне. В любом случае, если вам все это нравится, и вам, типа, удобно, и вы не чувствуете никакого дискомфорта, что вы, возможно, даже унижены в какой-то степени, то, разумеется, играйте, я вас останавливать и как-то осуждать за все это не буду, и... Да и, в общем-то, все. Все. Наверное, на этом я уже могу закончить касательно всех этих гонок на катерах, на вот всех этих воздушных подушках, на подушках вот этих вот всех водных, на всех прочих вещах, потому что по-другому, ну, я просто, знаете ли, не могу. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Сервер, на котором я играл, это Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все прочие вещи. Все это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал и все-все-все прочие вещи. Всем спасибо за просмотр. Увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше. В общем-то, как пойдет. Вот так и пойдет. Всем до свидания и пока.